Всем доброго дня! Это видеокаталог гортензий, который есть сейчас в наличии, готовы к отправке. Барсик пришел, значит, можно спокойно начинать. Есть еще достаточно много Summer Love. Это такая красавица, метр где-то высотой, с очень красивыми шапками. Есть в три веточки, веточки уже одревесневшие. Вот такие вот замечательные корни. И есть в две веточки, они тоже все высокие, уже крепкие, очень хорошие саженцы. Сейчас покажу еще у этого корневую. Вот такая вот, на сухом грунте очень хорошо видно корни, на влажном не очень. Также есть полистар еще, тоже достаточно много можно выбрать. Вот такие пушистые красивые кустики. Он сам по себе сорт невысокий, где-то 50 сантиметров. Поэтому и саженцы сами не очень высокие, но очень крепкие, хорошие и уже вызревшие побеги. Корни также очень хорошие. Еще есть немного ванилы фрайс. Она пушистенькая, достаточно такая крепкая. Немного осталось, но ее быстро разбирают, это все-таки классика. Есть вот такие крепкие, тоже хорошие саженцы, достаточно высокие. Есть попушистее, кому как нравится, кто для чего берет. Также есть Limelight, один из самых шикарных сортов, который никогда не подведет. Всегда крепкий, высокий. Ну, Limelight огромные просто, они больше 40 сантиметров. Я уже заказала новые коробки, но все равно, наверное, придется подрезать, потому что они прям растут, растут и растут. Limelight еще тоже много. Очень красивый, хороший сорт. В любую погоду шапки выдает шикарные. Геркулес остался один. Такой пушистый, тоже уже крепкий, хороший саженец. Можно его высаживать в грунт. Есть еще Polar Bear, тоже такой шикарный полярный мишка, но его, наверное, все знают, очень красивый. И Summer Snow. Чуть позже будет еще Metallica и Little Fresco, а то, что есть, можно заказать в WhatsApp, ссылочку я оставлю внизу под видео.